Главы Еврокомиссии и Евросовета Барозу и Рампей приветствовали ратификацию в Киеве и Страсбурге соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Довольны и большинство евродепутатов, в частности немецкий правоцентрист Манфред Вебер. Как страна, Украина движется на запад, в сторону европейских ценностей, демократии, верховенства закона и справедливости. Однако многих депутатов смутило то, что по требованию третьей стороны, России, создание зоны свободной торговли с Украиной надолго отсрочено. Немецкая «зеленая» хотела бы знать, в интересах ли это Евросоюза. Европейские комиссии и Совет не раскрыли своих карт во время переговоров на прошлой неделе, сказала Ребекка Хармс. Из-за такого недостатка прозрачности мне лично непонятно, когда и как торговое соглашение с Украиной будет выполняться. Передает корреспондент Евроньюс Шандор Жирош. Голосование в Страсбурге и Киеве не означает, что соглашение об ассоциации вступит в силу автоматически. До этого его должны ратифицировать все 28 членов Евросоюза. А на это, по словам экспертов, могут уйти годы. Жирош Шандор, Euronews, Страсбург.